Эй, здравствуйте, люди, здравствуйте, нелюди. Сегодня у нас с вами, естественно, за окошком, 21 февраля 2017 год. И я снова был в магазине «Пятерочка выручает» в 15 часов 18 минут. И я уже дома, только что приехал, и хочу с вами поделиться своими покупочками, которые я только что в «Пятерочке» совершил. Купила сегодня по акции вот такой вот замечательный, натуральный, вкусный и полезный кетчуп. Видите здесь, что написано, ребята? Больше кетчупа 350 граммов плюс 150 граммов. Махеев. Специально купил Лечо. Кетчуп, натуральные специи. Так, в этой пачке, ребята, 500 граммов. Вот, я купил одну пачку. Давненько я, ребята, в «Пятерочке» не покупал очень вкусную и хорошую мягкую халву, которая называется «Красная цена». Вот такая, посмотрите, пожалуйста. В этой пачке 250 граммов халва подсолнечная. Я, когда взял ее в руку, специально надавил пальчиком, для того, чтобы проверить, как она, это мягкая или твердая. И вот, когда я надавил своим пальчиком, я почувствовал, что халва очень свежая и очень мягкая. И поэтому, не раздумывая, я купил целых 4 пачки. Так, видите, халва, ребята, очень и очень свежая. Сделали 9 февраля 2017 года. Так, вот, я купил 4 пачки. Вот раз пачка, 2 пачка, 3 пачка. И вот 4 пачки. Итого, смотрите, 250 граммов умножаем на 4. Получаем ровно килограмм у меня вкусной и полезной халвы. Так, с халвой мы разобрались, да, ребята? Поэтому убираем ее в сторону, чтобы она нам больше не мешалась. Там же в «Пятерочке» я сегодня купил свеклу. Сделаю вкусный винегретик. Вот, посмотрите, ребята, какая свекла. Но, правда, очень много было гнилой свеклы. И очень была крупная, здоровая. А так как мы любим все, что было среднее, меленькая, и поэтому вот я очень долго там ковырялся, все руки испачкал, но все-таки вот выбрал. Вот такая вот свекла, видите? Сколько здесь? Давайте посчитаем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, короче, свеколин. Ну все, со свеклой мы разобрались, да, убираем ее в сторону. И я сегодня заезжал на рынок. И в табачном киоске у бабки я купил сигареты. Вот такие вот, посмотрите, ребята. Так, называются «Космос» сигареты с фильтром. Имейте это в виду, что курение убивает. Я купил 4 пачки. Вот, раз пачка, 2, 3, 4. Цена за одну пачку составляет на рынке. Сейчас я вам скажу. 42 рубля. Вот. Поэтому 4 пачки умножаем на 42 рубля. И того получаем вот за эти 4 пачки 168 рублей ровно. Самоуничтожение. И все равно люди продолжают курить. Хоть и сигареты дорожают,
А, нет, все равно продолжают курить. Бяка. Ну а на этом, ребята, все. Давайте теперь, как всегда по традиции, смотреть, сколько чего у нас, мои хорошие, по порядочку, стоит. Начнем, пожалуй, с кетчупа. Махеев кетчуп. Леча. В этой пачке полкило, 500 граммов. Я купил одну пачку. Вот, посмотрите, пожалуйста. Цена по акции, вот, за такую пачку составляет 55 рублей ровно. И когда я увидел, что так дешево он стоит, я чуть в конце не отдал. И сразу же, не раздумывая, купил. Я бы мог бы больше набрать, но у меня в этот момент уже денег было очень и очень мало. И поэтому я купил только одну пачку. Вот такая вот пачка стоит всего лишь пока 55 рублей. Так, убираем ее в сторону. Там же в Пятерочке я сегодня покупал пакет. Ну, обычный пакет. Размером 65 на 40 сантиметров. Цена за один пакет 4 рубля 95 копеечек. Так, халва вот такая. Азовская. Красная цена. Я купил 4 пачки. Цена за одну пачку составляет 19 рублей ровно. Так, убираем ее в сторону, чтобы она нам больше не мешалась. И свекла вот такая вот весовая, свежая. Какой сорт, не знаю. Я взял маленько. Так, цена, значит, за килограмм этой свеклы составляет 13 рублей 60 копеечек. У меня здесь 1 килограмм 265 граммов. Умножаем и получаем вот за этот пакет свеклы 17 рублей 20 копеечек. Вот так. Убираем ее в сторону. Итого я сегодня, 21 февраля 2017 года, в 15 часов 18 минут в магазине «Пятерочка», которая выручает, потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила 153 рубля ровно. И на рынке я вот купил 4 пачки вот таких сигарет. Цена за пачку стоит, составляет 42 рубля ровно. Умножаем на 4 пачки, получаем. Вот за эти 4 пачки я отдал 168 рублей. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте комментировать адекватным, естественно, своим умом мои видео. Подписываться не забываем. И все у вас тогда будет нормалек. Все. На этом точно все. Пока, пока, пока.